Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами Motorola Moto G41. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве включить или выключить зеркальный режим на передней камере. Для этого мы открываем нашу камеру и в правом верхнем углу нажимаем на шестеренку, выбираем пункт фото, и здесь у нас есть селфи-зеркало, его здесь можно включить или выключить. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания!